Если любовь уходит, какое найти решение? Можно прибегнуть к доводам, спорить и убеждать. Можно пойти на просьбы и даже на унижение. Можно грозить расплатой, пробуя запугать. Можно вспомнить былое, каждую светлую малость, и с болью твердя, как горько в разлуке пройдут года. Поколебать на время, может быть, вызвать жалость. И удержать на время, не навсегда. А можно боли и страха, даже не выдав взглядом, сказать: «Я люблю, подумай, радости не ломай». И если ответят отказом, не дрогнув, принять как надо, двери и окна настежь, я не держу. Прощай.